В Будапеште продолжаются поиски пропавших без вести в результате столкновения двух судов на Дунае. К спасательной операции подключились военные водолазы из Южной Кореи. С момента трагедии, когда прогулочный катер с туристами из этой страны на борту врезался в круизный лайнер и затонул, прошло уже 6 дней. Но из-за сильного течения до сих пор дайверам добраться до судна так и не удалось. По последним данным, в результате аварии погибли 7. Судьба еще 21 человека неизвестна. Задержанный по данному делу капитан круизного лайнера подозревается в халатности. Его могут освободить под залог примерно в 50 000 евро.